Сегодня впервые будет проведена в рамках Ростова парусная бизнес-регата, и мы впервые, точнее, вы впервые станете участниками команд, которые, нога которых ступит на судно, и, соответственно, вы уже первый, кто будет трогать эти паруса, канаты и так остальное. У яхтсмена точно так же, как у предпринимателя. Конечно, самое главное – это быстрое принятие решений и гибкий ум. Но кроме этого, яхтсмену очень нужны руки. Чтобы сохранить твои руки, а это лучшие запасные руки, которые есть на рынке, профессиональные яхтенные перчатки, добро пожаловать в команду настоящих яхтсменов. Что бы тебе в жизни не пришлось тянуть, а предприниматели тянут регулярно много и разного, у тебя теперь есть подходящий для этого аксессуар. Так что всем нам сегодня попутного ветра. Ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica. Y el culo suena plap, la shorty de revista. Ay, me cuentan más dinero, lo busco. Ustedes se quedan atrás por, ustedes se quedan atrás por. Ponga los fuletes, ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Ay, me cuentan más dinero, lo busco. Ustedes se quedan atrás por, ustedes se quedan atrás por. Ponga los fuletes, ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Ay, nueva quiere maña, le cupo. Ella está clara que hoy lo da gusto. Y yo no estoy de luto, tráigame los paquetes. Четыре команды по 5 человек. Все абсолютно резиденты бизнес-сообщества. Все тигры вот с такими гривами, все руководят большими компаниями. И интересно, как же у них получится договориться между собой на маленькой лодке, распределить обязанности, чтобы перейти первыми. И, как говорится, не обязательно лидировать в этой гонке, а главное дисциплинированно соблюдать все обходы бакенов и по совокупности очков набрать то самое количество, которое позволит им встать на первое место в конце этой гонки. Посмотрим, что у них получится, друзья. Разного цвета для того, чтобы ребята их собрали. Каждая команда должна набрать полный набор: синий, красный и розовый. Погнали! В регате всегда есть один большой минус – это погодные условия. И когда нету ветра, команда должна предпринять все возможное, чтобы обогнать соперника. И в данном случае сейчас ребята раскачивают яхту для того, чтобы создать нужную тягу в парусах и двигаться быстрее соперника. Уже есть у нас фавориты, есть аутсайдеры, но еще всегда можно получить балл за то, что они лучше, командней, уверенней работают, чем другие команды. Посмотрим, кто же будет первым.
Главный приз в воде. Бутылка шампанского, просекко. И теперь какая лодка придет первая, тот и победил. We'll be right back.